Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбабай, мы продолжаем проходить игру God of War, или Бог войны. В общем, мы с вами в прошлой серии нашли кузнеца гнома Брога, с ним, кстати, можем поговорить, давайте поговорим. Брок! Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали! Прости. Какой грубый-то. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Все? Все. Прикольно у них, конечно, диалоги. Ладно, пошли. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Сраная благодарность! Эй, сраная благодарность! А ну иди сюда! Хорошо! Сраная благодарность. Так. А зачем это, чтобы выйти? Ой, соряныч, не то. Да, понятно. Но нам туда пока не надо идти. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. В смысле, ты застрял, что ли? О. Так, понятно. Наверное, пригодятся. Выглядит заманчиво. Ох ты. Ты ломаешься? Не ломается, подожди. О, а я знаю, как. Серьезно? А как же тогда мне обратно поступить? Вот это я не заметил. Но я глазастый. Еще сталь. Прекрасно. Так, ну давай смотреть. Эх, промазал. Еще разочек. Здесь. Ой-ой-ой. Раупер, справа! Да я понял. Возвращается на место! Огонь, берегись! Да ладно, подожди, пацан. Есть! Есть. Согласен. Мы с ними быстренько. Отличненько. Так, пока постой здесь. Раупер, справа! Ау! Знаю. А ты что стоишь-то? Стоит, главное, с ними за пару, заодно. Вы что, сговорились, что ли, против меня идете? Эх, ты засранец. Такс.
Вот застранцы, а. Никак не дают мне пройти. Бестиарий обновлен. Если атаки настолько сильны, что их сложно заблокировать, лучше от них просто уклоняться. Логично. Логично. Такс. Во-первых, нам нужен сундук, да? Такс. Дальше, какие варианты? Он опускается! Сюда! Сейчас! Живой? Эх, не то сделал. А, лики маги, кстати. Сколько уже получается? 3. Неплохо. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Не очкуй. Еще 2. Вижу. Осталось найти 3-ю. 3-я по-любому где-то заныканная, да? А, вот она. Да. Рог меда крови. Легендарный предмет. Вы нашли один из 3 рогов меда крови, необходимый для увеличения максимальной ярости. Рог меда крови. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукротимым гневом. 9 рогов этого меда спрятаны в сундуках, запертых магией. Каждый 3 из них повышает максимальную ярость Кратоса. Окей, все понятно. Так, ну вроде как, в принципе, здесь мы закончили. Да? Да. Сюда. Никогда не был так близко к горе. Огромная. Да, не маленькая. Прямо Эверест. Жаль, мама не увидит. Ну, я думаю, она видела. Эх, хочет его, конечно, обнять, но считает это проявлением слабости. Идем, сын. Так, отлично. Новая локация, новое место. Давайте искать, может быть, здесь будут опять эти вороны Одина. Я пока не вижу. О, вот это находка. Еще одна маска. Хорош. Осталось еще 5 штучек. И у нас будет с вами полный комплект. Смотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Подожди. А, ну давай. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка. Хм, может, где-то тут есть подсказка? Ну, давай поищем. Но я, в принципе, так понимаю, что надо что-то крутить там. Возможно, эти кольца должны вращаться. Понятное дело.
Так, окей. Ну, давай вращать. Кольца вращаются. Спускайся. Так, ну понятно, я могу заморозить только с этой стороны, правильно? Эта часть подходит. Отлично. И теперь центральную. Красавчик. Вот, я вижу руны. Ну так читай. Мальчик. И что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Чем-то напоминает Fallout, да? Когда открывается бункер. Мы там сейчас найдем выживших? Так, подожди, вот опять ворона. Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Так, я сейчас еще внимательно посмотрю. Точно я его тут не упустил? А по-моему, у них головы тоже повернулись, да? И начали гореть. Да, я тут его не вижу и не слышу, так что ладно, пойдем. Так, это обычные вороны. Еще одна маска. Отлично. Хорош. Я так, наверное, сейчас все и пособираю. Наверху что-то есть. Где? У меня или у тебя? У меня ничего нету. Есть только у тебя. Кто-то камни сыпет. Молодец. Ты часто так говори, что наверху что-то есть. Эх, зачем использовал? Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Так, мы теперь охотимся за кабаном. Ого! Согласен. Полное ого! Вперед! Берегись, Да слежу. Уа, а ты откуда взялся-то, дружище? Это я согласен. Назад, сын! Так, давай-ка мы с тобой вот что сделаем. О!
Воу-в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 оу! Отец! Ладно, раунд номер два. Вот сам же ничего не может с собой сделать, да? Без приспешников никто ничего не может сделать. Сам по себе вообще не может. Стреляй в него. Вот ты, блин, самонаводящий хрен. Сдохни, зараза. Я понял. Такс. Ладно. Пёс. Тихо, подожди. Минус. Ну ты уж сильно-то не излись, сдохни-то. Наковальни и Вальди. Сильная руническая атака. Посмотрите меню сразу, давайте посмотрим. Провести дополнительную атаку, нажав R2 после начального удара. Угу. Так. Удерживайте L1, потом R2. Так, я там еще был мелкий. Или он уже сдох? Если сдох, это прям хорошо. Нет, не сдох. Всего один. Да. Ах ты пес. А, там еще один. Да уж, хорошечно. Тень. Когда-то они были обычными разбойниками, но потом вступили на путь Сейдер и научились стрелять магией издалека. Такс. Еще бестиарий. Бренна Дейди. Это уже второй тролль, которого мы встретили. Я даже не знал, что они водятся так близко к дому. До сих пор они нас не тревожили. Наверное, потому что мы не тревожили их. Мама говорила, что если я увижу тролля, мне надо бежать от него со всех ног. Думаю, папе она такого не говорила. Ну, конечно. Папе-то зачем об этом говорить? Папа и так справляется неплохо. Так, Атрей, давай-ка ты мне бросишь там цепь. Атрей. Красавчик.
Так, а что у нас тут? А, отлично. Сейчас почитаем. Пойди сюда. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Новая легенда. Молитва Одину. Прими нашу жертву, о могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один, мудрейший из всех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбле, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишенных смерти. Повели своим славным сыновьям, Тору и Балдуру, защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание, а может, ему было все равно. Скорее всего, ему было все равно. Абсолютно. Так. Я все еще эту глаз Одина, но я найти его не могу. Так, вот здесь у нас получается. Что написано? Руны, символы трех норн. Норн? Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Так. Один есть колокольчик. Два есть колокольчик. Надо три найти. Так, это все камни. Нам туда. Куда дальше? Закладом. Так, но я только вижу два. Где третий? Тихо. Вот он ты сидишь, где засранец. Отлично. Так, ну смотри, это получается таки два колокольчика. Так, где третий-то искать? Я что-то вижу наверху. Где? Наверху я вижу колокольчик один стоит, да. Один колокольчик находится здесь. Где еще один? А, вот он, их тут получается два. Ну-ка, с какого расстояния до пульну? Так, выше. Еще повыше. Да. Замечательно, я успел. Я успел. Яблоко. Три из трех, кстати. Вы собрали три яблока и дун. Максимальное здоровье увеличено. Вот это прям хорошо. Вот это прям замечательно. Ну, вроде как, в принципе, тут все. Все пособирал. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Опять кабан непростой. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй.
Ну так, может быть, тогда не стоило бы вообще его трогать-то, если он не обычный кабан. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Так, ну тут, наверное, скорее всего, будут синие, да? Тут очень странные дохлые твари. Дохлые до поры до времени, потом встанут. Они что, сражались? Не знаю. Но ничем хорошим это явно не пахнет. Да подожди ты. Я тут пытаюсь деньги нам с тобой заработать на прокачку. Так, маска? Маска. Еще одна для коллекции. Да, осталось еще три найти. Да что у тебя? Да уберись ты. Случайно нажал? Он так напал неожиданно, я хотел его просто выделить. Смотри, он залез под колонну. Кто? Кабан? Давай. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Нож потерял. Так, ну ладно, пока там за кабану побегает, я пока тут внимательно все осмотрю. Мальчик! Так, отлично. Найти Атрея. Он теперь потерялся, да? Класс. Мальчик! Ты что ж ты его мальчик-то зовешь? Он же твой сын. Где ты? Скорее, отец! Так, туда получается, да? Ну подожди. Скорее! Да не спеши ты. Я все равно в каждый закуток забегаю. Атрей! Он замедляется! Понятно. Музыка такая же прям нагнетающая обстановочку. Подожди меня! Отец, сюда! Атрей! Где
Ты можешь быть стоять на месте, нет? Сейчас тебе попадет от папани. Слишком далеко убежал. Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Так если он один, то все равно он помрет от старости. Сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда. Тяжел какой-то, еле иду, блин. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Черепаха. Тортилла, ты ли это? Постарела, постарела. Он мирный? А вот мальчик. И олень. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Понятно, он ее гладит. Но быстрее. Не выпендривайся. Положи его на доску. На пол, может быть. А где разделочный нож? Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься.
и он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Со словой Кратос. Сердечник. Так, подожди, давай сначала дом обыщем. Может, что-то тут есть полезное для меня. Да, такая неплохая хибарочка. В случае чего, в случае опасности уходит под землю. Так, сердечник. Это что сердечник? Не, это рыба. Это не сердечник. Все, хватит? Отлично. Так, мне нужно к Атрею вернуться. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. Да я понял уже. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Ну, пойдем. Вроде все сделали. Что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от... тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Хорошо. Стойте. Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Угу. Компас ведьмы. Не дали почитать. Хорошо. Это нас выведет в нужное место. Пещера. Я вижу лодку. Молодец. Так, ну, тут много нам что недоступно, так что
Просто пробежимся, посмотрим. Эй, подожди! Ну так идем. Опс, ты, здрасте. Ага, а вот этот... Этот как раз тот, что мне нужен. Ха, дружище. Такс, вот это мне надо сейчас подвинуть. Он тяжелый? Да нормальный, легкий. Они похожи. Еще сталь. Такс, мне это не пригодится, да? Ну, по крайней мере, я думаю, что не пригодится. Так, сюда тоже пока попасть мы не можем. Да, тут еще есть сундук. Стоит. Ладно. Здесь тогда получается пока все. Продолжай. Почти готов. Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Летающие противники, самые противные противники, блин. Так, сломанная чаша. А там сундук. Да. Здесь много чего интересненького есть. Талисман средоточия жизни. Обычный предмет талисман. Прилив здоровья. Защита и живучесть. Ага. Для применения нажмите L1 плюс нолик. Это вместо вот этого получается, да? А, нет, это талисман. Чар у нас сюда. Хорошо. L1 плюс нолик. Хорош. Так, теперь у нас... две руны есть, да? R1 это слабая. Вот это я, кстати, забыл про это дело пока. Надо привыкать запоминать, что у нас есть... классные руны. Так, ну вроде как, в принципе, тут все. Да я вижу, лодка там. Я вижу, там лодка. Но на ней мы с вами уже попробуем, ребята, в следующей серии. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай и Кратос, и Атрей. На сегодня все. Всем удачи. Всем пока.